сидит, ждет. Да это все тебе, думаешь, а? Так, так, так. Так. Не успела. Не успела, девонька. Короче, выдержка твоя где? Где она? Ну вот, не выдержал, видишь, без разрешения. Оголодал, нагулялся. Доброе утро, мои дорогие. Погодка сегодня чего-то не очень. Как-то хмуро, ветер. Не очень. Вот, вот, все. Все. Норма съедена. Вот, вот как. Мне что-то вот кажется, что ему надо уже эту типа догнать, уже не скучно, наверное. Вырос маленький, вырос, да? Да. Вырос, уже приходится наклоняться тебе. Лосеныш. Лосеныш. Да скажи, мне бы сейчас вот в этот мешок-то залезть с головой. Сейчас бы я повеселился. Да, вот какой мешок-то. Вон, да, и там есть. А мне дают по чуть-чуть. Господи, жадные какие родители. Подожди, он скоро подрастет, перевернет этот мешок-то. А утро сегодня вот такое. Что-то испортилась погода в Питере. Прям испортилась. Дожди. Циклон какой-то, видимо, пришел. Вот такая погода. Вчера и сегодня. В общем, не очень. Витя опять прислал фотографии. Боже мой! Ну ладно, цветы цветут, а одуванчиками все взросло. Ой, ой, кошмар какой. Так-то я их хожу и обрываю, цветы эти обрываю, обрываю. А тут прям... Ой, да, надо ехать. Сейчас смотрела Лену Баттл, как она там по участку по своему ходила. Ну, под Питером это одно. Вчера с Татьяной Валерьевной разговаривала у них там в Ивановской области. Она говорит, копнешь лопатой, а там вода стоит. Да, тут все. Сейчас вам покажу. Ой. Вот смотрите, вишня старая моя зацвела. А это все в одуванчиках на заднем дворе. Ой, кошмар какой. Это вот тюльпаны и нарциссы, видно, уже отцветают. И розы зеленые уже все в листьях. А и вот этот вот браслет. Ну, мне маловат. Я, мои хорошие, вспомнила, что у меня дома есть медные такие штуки. Вот надо только посмотреть, такого размера или нет. Можно вставить медные, будет интересней. А сколько у меня их? У меня всего, наверное, две штуки, по-моему, или три. Ну ладно, в общем, короче говоря, дома сделаю. Вот, а эти, конечно, у меня огромный соблазн сделать браслет себе. Огромный прям соблазн. Но... Ну, я хочу сделать с янтарем. Сделать фартук, этот
галстучек, фарточек, вот, чтобы отсюда вот были нити еще с бусинками. Ну, а тогда уже меня не хватит. Вот. Ну, эти можно просто не с янтарем, а с какими-нибудь, да, тоже бусинками, там, прозрачными, полупрозрачными, ну, с желтенькими, желтенькими, коричневенькими. Ну, вот какие-нибудь вот подобрать из фурнитуры, и будет красиво. Так, ну-ка, вот такую, такую вот можно. Да? Правда ведь? Сделаем чего-нибудь прям такое красивое. Обязательно. Просто у меня с собой, кроме вот таких шапочек тут, чуть-чуть, и застежек, ничего золотого нету. Так что придется терпеть до дома. Мои дорогие, а я начинаю сходить с ума от безделья. Вот сейчас перерыла все украшения, которые у Саши лежат еще в магазин не выложенные. И нашла вот такое вот украшение. Но оно мне не нравится. Мне единственное нравится, что мне нравится, что как оно смотрится с бронзой. И тут вот такие бусины. Хорошее стекло граненое, оно прямо на свету блестит. И у него, видите, сделаны как шапочки. Ну, это прям такие бусины. Вот. Ну, и я тут набрала еще прозрачных бусин, рамочек для бусин. И хочу сделать другое украшение. Вот такое. Вот это какое-то монотонное, я не люблю такие. Мне нравится, когда украшение можно разглядывать. Вот, поэтому буду делать. Вот хочу вам показать. У Саши лежат, вот смотрите, две вот таких коробки. Две битком сделанных украшений. Но они еще не отфотографированы, не выложены в магазине. И не знаю, когда у нее будет время это делать. А так тут... Ой-ой-ой, сколько! Сколько тут всего! Вот. Ну, в общем, будем надеяться, что она найдет время и все это сделает. А я ведь сейчас приеду домой еще, сколько сделаю. У нее нет времени, а я не умею, да и не люблю я этим заниматься. Я могу делать. А вот эти вот описания, вот эта вот торговля, ну не мое, ну не мое. Я сама жалею, что не умею я торговать. Ну, ничего не поделаешь. Ну, так что, в общем, короче говоря, завтра выезжать я взялась делать. Тут такие вот агаты интересные, они белые. Ну, в смысле, они как-то половина белые, половина темные. Такие необычные бусины. Вот. Очень люблю необычные бусины. Так что я работаю. Сумки собраны. Хоть сейчас в дорогу. Так, мы собрались ехать сдавать весь этот хлам. Уже был мешок. Вот. Три мешка еще.
Да, да, ты-то бегаешь, суетишься, да. Участвует. Любит тоже движуху всякую. Туда-сюда бегает. У Дани тут. Вот что творит, что творит. Вытащил из клетки покрывало и трепет. Ну, хорошее же покрывало. Безобразник. Где месяц? Мне так непривычно, они все это начинают к вечеру шевелиться. Время 9:00. Вот. Саша пока на работу ездила, приехала в 6:00. Вот пока надумали. Как цыгане, блин, на ночь глядя. Ну где они-то? Господи. Нет, дело хорошее, конечно, но заморочено. Были бы уже, как сказать-то, во дворах, да? Еще дверями зажал. Так. Так. А, нажал кнопку. Поехала. Погода, конечно, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Нормальная питерская погода. Машина вся мусором загружена, и где-то там Саша сидит. Саш, ты там где? Я тут. Хоть бы завтра солнышко выглянуло. Не хочется уезжать из Питера в такую погоду. Чтобы запоминалась такая погода. Надо посмотреть, что там на завтра обещают. Ну, в общем, короче говоря, до конца недели будет такая погода. Сегодня разговаривала с Мариной, с Серегой. Холодно, говорят, в Подмосковье. Как-то везде не тепло, мне кажется. И в Крыму тоже все 12-13. Совсем не майская погода. Ну, может, я приеду, может быть, тепло будет. Вот такие возят в Лондон какой-то торговый центр. Я у Дани спрашиваю, он говорит, ну, еще один торговый центр. Ну, вот такие вот, видишь, ездят. Мебели на переработку. Оно как. О, видите, куда? Куда это все? Сейчас посмотрим. Вот, я сама еще не видела, как это делается. Вот как в Европе. Бутылки металлические, банки сдают. Это я видела, сама сдавала. А, вещи. Может, пару мешочков оттуда вытащить? Может, там что хорошее? Ай, вон забито все. Как выйти? Так, как? Да ну, нет, это как-то...
Может, это типа позвать? Подожди. Я понял. Саш, дай сюда. Да нет, это типа не глядя. Извините, пожалуйста. Дай сюда. Там не так, да? Чего? Так, картон. Бумага. Книги, журналы, тетради офисная. Тут коробки из гофрированного многослойного. Так, тут стекло. Стеклянные банки, бутылки. Стеклянные банки, бутылки. Упаковка типа тетрапак. От соков молочных и прочих. Твердый пластик. Еще твердый пластик. Они разные. Вот. Пластиковые бутыли. Из-под масла, непрозрачно. Господи. Так, тоже бутыли. Металл. Алюминиевые банки, консервные ведра, тазы, кастрюли. Дезодоранты, фольга. Так, Александра кидает. Я думала, прям пакетами, а тут еще и надо все выложить. Вот молодежь какая, молодцы. В такую погоду, в собачью. Там люди. Люди там работают. Вон, видите, какие там мешки. Мешки. По разным окнам кидаю. Шмоток что-то больше всего позапихано. Дяденьки там разбирают. Вот так вот. Вот в Европе много таких тоже. Перегородок делают вот из таких сеток, из камней. Ну что, народ подъезжает. Ну, немного, но везут. По одной штучке вот эта Санька кидает. Видите, какие советы. Пересаживайся на велосипед. Сократи время принятия душу. Душа. Да. На общественном транспорте. Может накапать за год 3 бассейна воды. Ну, это... контейнеры вот для отходов. Лампочки, видите, светодиодные. Вот, переработанного пластика, возобновляемого древесины. Ковер похож на овечью шкуру, но сделал из переработанных пластиковых бутылок. У меня тоже такие коробки есть. Бери попутчиков. Замени лампы. Работают 20 раз дольше ламп. Не-не. У меня почему-то они горят. Вот. Ну все. Все. Поехали. Я уже околела, честно говоря. Так холодно, сыро, ужасно. Прям подъезжают, молодцы какие. Девчонки сколько картона привезли. Ну ладно, мы все обстрелялись. Все, поехали.
Время 10:00. Начало темнеть. Еще пасмурно. Эту я не знаю улицу. Тут я еще не была. Едем в магазин «Вкус Вилл». Какая-то здоровая пища. Не знаешь же, чего брать поезд из еды с этой диетой. Я говорю, раньше возьмешь с собой пюрешечки в стаканчиках. Пакетиков, чего-нибудь там, колбаски и все дела. Теперь вон он. О, колбаса из индейки, яичная, вареная с молоком. Хлеба налево, хлеба направо. Я печенюшек я взяла. Это хлебцы. Ну, они типа вкусные, но они как это, ну, без эти, короче, дрожжи и они типа чипсы. Вкусная шутка. Живые злаки пророщены. Отруби подорожника. Белок растительный соевый. Так. Зеленя. Манты из баранины. Ну это ж все не это. Рыбы. Не знаю. А тут что? Сыры всякие. Детское питание. Так, рыба это не. Видите, крышечки. Видите, собирают люди. Вот, а тут можно сдавать карточки пластиковые. Вот.
батарейки сдают. Вот так. Ходим. Ходим по перекрестку. Ходим, смотрим. Ищем мне в дорогу чего-нибудь. О! Сейчас, подожди. А, это тесто. Чем это? Господи. Так, подожди. Надо этот... Не вижу заменитель кофе-то мой. Что-то я тут не вижу. Ой, такой выбор всего. Такой выбор. Так, это чини. Не вижу. Ну, я еще утром завтра схожу в магазин около дома. Да и куплю чего. Уважаемые покупатели, согласно распоряжению правительства региона по профилактике коронавируса, яд. А вкусный, зараза. Так. Я хоть семечек хочу. Ну, прям, видите, финские продукты. Мое любимое пиво Лапинкульта. Ох ты. Печенье с мумитроллями. А майонез у них противный. Какой-то кислый. А вот огурцы вкусные и сладкие. Но стоят они теперь твою мать. Да. Ну все, мы приехали. Давайте, мои дорогие, до завтра. Не болейте. Пусть все у вас будет хорошо. Ну и пока-пока. Завтра будем с вами выезжать.